Зашкурил его. Это вообще ЗИЛ машины скорой помощи. Зашкурю, покрасю в черный цвет, поменяю колеса. И, наверное, ее немножко еще опущу. Будет такая вот крутая машина. Всем привет, чуваки, с вами я, Миша. И я стою на фоне елочки, а это может означать только две вещи. То, что Новый год совсем скоро, и надо бы кое-что поменять в своем образе. Поэтому и вот это другое дело. Ну и второе, то что помимо вот этой машинки, которую я кастомизировал сам лично, ну, вы в начале видео видели, что я хотел из нее сделать, но я передумал, поэтому сделал ее в таком апокалиптическом стиле, стиль постапокалипсиса, стиле Безумного Макса. Так вот, этот пистолет я купил в фикс-прайсе, достаточно дешевый вариант, вы можете видеть, здесь используется совсем дешевый пластик, да, и если обратить внимание, особенно вот при таком ракурсе, ощущение, что это была рыба, просто часть рыбы, не знаю, закинули в плавильню, или точнее форму рыбы взяли, будет правильно, и сделали из нее пистолет. Соответственно, вот эта вот часть, она одной рукой неудобно, она вот так вот езжает, это как бы затвор, и сейчас, перезарядив затвор, можно совершить выстрел, нажав на курок. Из него я планирую сделать такой постапокалиптический бластер, скорее всего, что-то будет приближенное к бластерам из игры Fallout. Итак, сейчас я его сверху покрыл, его, точнее, не покрыл, а нанес сверху клей для металла, то есть сухая сварка, так-то она выглядит. Ну, все, надеюсь, что знают, как она выглядит, кто не знает, могу показать. То есть она вот таким бруском идет, как бы отрезаешь, сколько тебе нужно, смачиваешь пальцы, смачиваешь ее. Соответственно, разогреваешь в руках, и получается вот такой вот как бы пластилин, да, он потом затвердеет. И как бы здесь я убрал вот дырки, которые шли от саморезов, ну не саморезов, а винтиков, я думаю, мне они будут не нужны. Также здесь заделал курок с обеих сторон. Вот с этой стороны придал вот такую вот, ну, как бы ровность, чтобы более-менее было ровно. Сейчас, не знаю, на камеру видно. Здесь вот были, ну, своего рода как глаза, я так понял. Что это, скорее всего, все-таки, да, это была рыбка. Форма рыбки, из нее решили. Ну, в общем, экономили китайцы как могли. Я ее немножко решил подвыровнять. Дальше... После того, как, ну это обычно 40-45 минут, клей засохнет, я его пройдусь наждачкой, чтобы создать полностью ровные поверхности, то есть уберу все лишнее, здесь также уберу, здесь все это,
И потом уже я буду красить его из баллончика в черный цвет. Купил я вот такую вот краску. Купил я вот такую вот краску. Detention, не знаю. Раздольная краска для наружных и внутренних работ. Стоит где-то такой баллон 130 рублей. Это обычный баллон. Здесь вот такая вот, ну, защита стоит. Потом, после того, как покрасить, выпускаем лишний воздух и как бы ставим затычку обратно по возможности, да? Алкидная аэрозольная краска. То есть черный цвет, дельфинчики. То есть, соответственно, я его покрашу, и он уже будет хотя бы не такого отвратительного фиолетового цвета вместе с синим. Вот эту сторону, скорее всего, то есть не сторону, то есть затвор я, скорее всего, оставлю таким, как он есть. Ну, в плане, я его не буду перекрашивать именно в черный цвет. Я, скорее всего, покрашу его таким серебристым. Соответственно, вот эту часть я покрашу тоже в серебристый цвет. И будет такой неплохой бластер. Кстати, вот если пользоваться сейчас, ну как не пользоваться, держать его в руках, то за счет того, что здесь вот нанесен как бы вот этот клей, он стал тяжелее. То есть, если его держать, то, соответственно, он перевешивает. То есть, если его использовать, ну, скажем, не в качестве боевого, да, просто использовать значение, он может начать косить. Но это у меня он будет в качестве кастома, будет лежать на полочке, либо использоваться для косплея. Кстати, чуть не забыл, внутри вот такой вот механизм, да, то есть даже можно, не передергивая затвор, туда его вниз отправляешь, и вот он вот так вот возвращается. Это обычный как бы пистолет такой детский, который стреляет, знаете, шариками. Ну, где-то метров, наверное, на 3-4 он стреляет. Соответственно, использовать его в качестве именно игрушки я не собирался. Да и детей у меня нет. А вот в плане того, чтобы сделать кастомное какое-то оружие, да, то есть а-ля из игры Fallout, вполне очень даже возможно такое развитие событий. То есть после покраски я покажу финальный вариант вам и сам посмотрю, как он будет смотреться после покраски.